каждую роль она не играет, а проживает, и даже молчит в кадре она как-то по-особенному, не так, как другие. Она наделена неповторимой женственностью, мягкостью черт лица и характером. Валентина Телечкина в лучах славы не купалась, но уверена, что занимает именно свое место в жизни. А в творчестве ей помогает ощущение влюбленности. Она могла в своих фантазиях выйти замуж за какого-нибудь артиста и даже родить детей, но никаких интрижек себе никогда не позволяла. Валентина Телечкина – кулацкая дочь, но ни в коем случае я не хочу обидеть актрису. В детские годы она проживала довольно сложный период, как дочь врага народа. Отец прошел расстрельную статью, но не озлобился. Он остался жив благодаря тому, что его сестра продала все фамильные драгоценности и смогла выкупить брата. До раскулачивания ее отец был одним из лучших мастеров в стране по валянию валенок. Родственники Валентины отмечали, что у нее была удивительная связь с отцом. Она переняла его доброту и умение сострадать другим. Она была седьмым по счету и младшим ребенком в семье. А еще у них есть такая семейная традиция – называть детей именами родственников. Родилась будущая актриса в победном 1945 году в селе Красном Арзамасского района Горьковской области в многодетной семье. Отец Иван Федорович Телечкин имел личное купеческое золотое клеймо. После отбывания даже небольшого срока в тюрьме отец надорвал здоровье, но смог заново построить дом для большого семейства, при этом не утратив своей доброты и благородства. Уже с ранних лет Валя мечтала стать актрисой. Есть такие люди, кто родился и сразу знает свое предназначение, а потом всю жизнь следует этому курсу. Она выходила на сцену в школьных постановках и играла на гитаре, готовилась к поступлению в театральный институт. После окончания школы она с первой попытки поступила во ВГИК, и началась студенческая пора для юной Вали, полная всяких интересностей. Уже на втором курсе она дебютировала в картине «Таежный десант» от Владимира Краснопольского и Валерия Ускова. Но самую важную роль в ее судьбе сыграл Сергей Герасимов, пригласивший на небольшую роль в фильм «Журналист». Герасимов считался своеобразным талисманом. Даже если ты у него сыграешь не очень удачно, дальше твоя актерская судьба обречена на успех. Он по своему обыкновению возился с Валей как собственным ребенком. И тут надо отметить, что из-под крыла Тамары Макаровой и Сергея Герасимова выходили поистине настоящие, стоящие актеры, которые в любом случае оставляли яркий отпечаток в кинематографе. И после съемок у Сергея Герасимова Валентина Телечкина действительно стала востребованной актрисой. Вскоре она получила роли в фильмах под названием «Зигзаг удачи», «Впервые замужем», «Не может быть», «Стоянка поезда 2 минуты» и многих других. А вот с театром у нашей героини не сложилось. Ее стихия – кино. Она сыграла очень много ролей, оставила огромное количество ярких образов. Продолжает сниматься и сейчас. Валентина Телечкина говорит, что сейчас сложно себе представить, чтобы педагог вел беседы со своими подопечными, интересовался их радостями и горестями, так, как это делал Сергей Герасимов. Сейчас все по-другому. Она провинциальная девчонка, хоть и приехала из села, но моментально приняла жизнь в большом городе. Ей тогда казалось, будто бы все ее любят. Позже она не раз слышала в свой адрес уничижительное высказывание «Село». Сначала она обижалась, честно, но потом с годами стала даже гордиться, ведь она сама без чьего-то протеже смогла добиться всего в жизни. Само поступление в столичный вуз казалось ей чудом. Она была благодарна всем педагогам, которые ее окружали, и кто делился с ней секретами актерского мастерства. А получать стипендию ей было даже стыдно, потому что сам процесс учебы был для нее невероятно приятен. Она всегда приходила на второй день, стараясь никому не попадаться на глаза, потому как без стипендии ну никак невозможно было обойтись провинциальной девчонке.
Ей часто приписывали любовные романы и с коллегами по съемкам, и с режиссерами. Но Валентина Телечкина слыла недотрогой и отвергала все знаки внимания потенциальных кавалеров. Конечно, она влюблялась, как и все девушки ее возраста. Тем более, что профессия не располагала, но предполагала. Хотя отношения с мужчинами не очень-то складывались. Она мечтала о таком муже, каким был ее отец. Честный, справедливый и заботливый. В ее жизни был только один по-настоящему любимый, единственный мужчина. Они познакомились на встрече, посвященной празднику дружбы болгара советского клуба, где собрался цвет тогдашней молодой творческой интеллигенции. Владимир Гудков, архитектор. Но это не тот случай, когда любовь случается с первого взгляда. Как раз наоборот. Он ее поначалу не впечатлил, но не торопил события. Ухаживал, причем красиво, не навязывался, проявлял знаки внимания, терпение и был очень заботлив. Постепенно у Валентины словно открылись глаза, и она поняла, что Владимир – замечательный друг и очень достойный мужчина. Актриса наконец полюбила, а ее избранник на самом деле уже давно ее любил и не представляла себе, как будет жить, если Валентина его отвергнет. Он уже строил планы на будущее. И будущее их оказалось совместным на целых 36 лет. Они не спешили связывать свои судьбы штампом в паспорте. Для них отношения, настоящие чувства друг к другу были куда важнее. Они поженились в 1980 году, а сын Иван родился за 2 года до этого. Тогда актрисе было уже далеко за 30. Но беременная, она дважды снималась в картинах. И уже вскоре после рождения Ивана по-прежнему много снималась в кино. В семье она предпочитала быть на вторых ролях, безропотно оставив за мужем место главы семейства кормильца. Но с началом 90-х наступила сложная пора для Валентины Телечкиной. Если кто-то смог адаптироваться к новой реальности, то только не она. Актриса впала в депрессию, из которой ее вывел сын. Сначала она оказалась в психиатрической больнице. Это был сложный период в биографии Валентины. Врачи старались помочь, но больше всех помог как раз сын. Ему вдруг вздумалось предложить маме краски и мольберт, и это оказалось 100-процентным попаданием. Актриса взялась за краски и вдруг неожиданно для себя самой раскрыла в себе талант к художеству. И не просто талант, а второе дело жизни. Сначала она расписала мебель у себя в доме, а потом появились холсты. Актриса-художница сейчас демонстрирует работы в музеях, галереях и на выставках изобразительного искусства. Основная часть ее полотен на религиозную тему. Она вот церковный человек, ее душа черпает энергию именно с религии. Валентину Телечкину всегда считали иконой стиля, что и неудивительно, ведь она творческий человек, художница, ее наряды всегда оказались словно от западных кутюрье, ее изысканному вкусу можно только позавидовать. Так она одевалась еще с юных лет, и по воспоминаниям актрисы, когда ее отец узнал, что она смогла поступить в театральный вуз, то на последние деньги накупил ей кучу модных нарядов, чтобы его дочь была лучше всех. Также Валентина Ивановна вспоминала, что папа всегда мне говорил: «Если у тебя с кем-то возник конфликт, то ищи недостатки в себе, не перекладывай вину на другого». И все, кто знаком с актрисой, считают, что она редкой доброты человек, всегда готова прийти на помощь. Сейчас актрисе 78. Она снимается нечасто, делая исключение только для добрых картин. В жизни самой актрисы сейчас нелегкий период. Не так давно Валентина Ивановна похоронила любимого мужа, Владимира Николаевича, но рядом с ней сын и внук, которые всегда ее поддерживают. И мы пожелаем актрисе здоровья и сил для творчества.